Всем привет! Сегодня готовлю рулет из лаваша с начинкой. Начинка здесь корейская морковка и другие ингредиенты. Получается, это очень вкусно и красиво, подойдет на любой праздничный стол. Оставайтесь со мной и начнем готовить. 200 грамм крабовых палочек натираем на крупной терке. Крабовые палочки подготовили. Теперь берем один большой свежий огурец и натираем его также на крупной терке. Огурец также подготовлен. Теперь берем 200 грамм майонеза. Сюда же выдавливаем 3 зубчика чеснока. Майонез с чесноком как следует перемешиваем. Берем первый лист лаваша и смазываем его майонезом. Распределяем равномерно по всей поверхности. Майонезом смазали, сверху посыпаем равномерно крабовыми палочками по всей поверхности. Крабовые палочки распределили по всей поверхности. Теперь накрываем вторым листом лаваша. Второй лист также смазываем майонезом по всей поверхности. По всей поверхности распределяем морковку по-корейски. Морковку распределили, теперь наверх огурец. Теперь сворачиваем все это в рулет. Хорошенечко прижимаем. Все, в рулет свернули, теперь отправляем все это в холодильник на 2 часа. Спустя 2 часа достаем рулет из холодильника и нарезаем его. Вкусная и красивая закуска из лаваша с начинкой готова. Всем приятного аппетита!